Роза Гартен Спас, Флорибунда, Роза Хамелеон. Очень красивая роза. Роза просто сплошной восторг. Вот сейчас я вам показываю. Она в бутонах. Это конец мая. Сияющий золотой цвет расходится от центра высокого бокала коралло-розовым внешним краям лепестков. Листва темная, блестящая, зеленая, очень здоровая. Роза мало болеет, практически не болеет. И я вам буду показывать сейчас май, потом июнь, потом август, и листва всегда будет зеленая и блестящая. Роза высокая, красивая, привлекает внимание всех, кто проходит мимо моего сада. Очень много бутонов, очень обильно цветет. Вот я вам сейчас показываю, отошла подальше, показываю, какая она большая. А вот июнь месяц, и она в полном цвету. Насыщенность того или иного оттенка зависит от степени освещенности. Есть, которая, если она в тени, она понасыщеннее, которая на солнышке, она посветлей. Посмотрите, какой красивый куст, широкий, как много цветков, как она обильно цветет, и нет ни одного похожего цветка друг на друга. Все цветки разные. Зацветает она такая желтизной, потом появляется розовизна к краям, затем она розовая становится, когда уже отцветает цветок. То есть все цветки не похожие друг на друга. Все разные и все очень красивые. Удивительной красоты роза. Это роза энергичного роста с обильным непрерывным цветением на хорошем солнечном месте и будет настоящим праздником для любого сада. Посмотрите, какая красивая у нее серединка. А эта роза у меня выросла из черенка, и ей 3 года. У меня несколько из черенков уже выросла роз. И я многие черенки уже отдала соседям. И у меня у соседей, у всех соседей, которые вокруг меня, растет моя роза. И все на нее не нарадуются. Вот посмотрите, здесь вот виден какой такой бокаловидный бутон. Вот она уже распускается, другая отцветает. Вот этой розе, вот показываю, вот ей 3-й год. Видите, какая она красивая. Она даже маленькая, очень красивая. Представляете, какой необыкновенно красивый цветок. Он только зацветает. Вот этот уже прошло уже время. Видите, розовизна у него появилась. Этот более старший уже цветок. И уже такие розовые у него краешки. Смотрите, какой красоты цветок. Необыкновенный. Солнышко внутри. Просто внутри цветка солнышко. Очень благодарный цветок. И аромат у этого цветка нежный-нежный. А это я вам показываю уже конец августа. Начало уже скоро будет осени. Видите, а он весь в цвету. Очень красивый куст. Высокий. Он еще подрос и уже выше моего роста стал. Цвета насыщеннее, но все равно еще цветов на кусте много. И любоваться до морозов можно ей. 1 сентября у меня внучка уходит с букетом моих роз в школу. Очень красивая роза.